Анна Австрийская, королева Франции, старшая дочь короля Испании Филиппа III и Маргариты Австрийской, жена Людовика XIII. Сегодня ее помнят в основном как героиню романа Дюма. Между тем, эта женщина сыграла незаурядную роль в событиях бурного XVII века. Она пыталась проводить происпанскую политику, поддерживала заговоры против Ришелье. Ее любили и ненавидели кардиналы Ришелье и Мазарини, король Франции и герцог Бекингем. Кем же была королева Анна Австрийская? Покорной жертвой обстоятельств или умелой интриганкой, вершившей судьбы Европы?